Сейчас на самом деле какой-то ошеломительный, вообще, с моей точки зрения, эффект от популяризации науки в России. То есть она претерпевает сейчас просто колоссальный бум. Каждый день проходит в Москве по несколько научно-популярных лекций. Мне кажется, что история... Почему это происходит? В первую очередь у нас, конечно, есть некий такой советский момент, в котором наука действительно была интересна, уважаема. С другой стороны, я услышал мнение одного популяризатора науки, что это связано с тем, что так как у нас сейчас политическая ситуация немного напряженная и условно нету возможности у людей там в политическом поле как-то активно участвовать и так далее, то вот, собственно, наука — это некий такой фактор, такая отдушина, в которую люди сейчас интересуются и собираются там условно по интересам. Вот. Сейчас, конечно, прямо видно, в течение года видно, как уровень популяризации науки крепко профессионально подрастает, конечно же. Вот. И интерес людей в среднем по возрасту, наверное, это человек, ну, это, там, от 20 до 35 лет, хотя там края тоже, где и молодежь совсем, там 16 лет и старшее поколение, такая категория тоже людей присутствует. То есть это, конечно, очень любопытно и неизбежно, потому как это становится популярно, в какой-то степени это монетизируется, то уровень и профессионализм этого, конечно, будет подрастать, как мне кажется. И интерес, как мне кажется, тоже будет увеличиваться, что мне кажется логичным.